Состояние детских парков и скверов не радует глаз одесситов и гостей города. Одним из самых запущенных и неухоженных по праву можно назвать сквер Томаса на Итальянском бульваре. Уже много лет здесь царят грязь и разруха. Из года в год городская власть обещает привести в порядок сквер, но дальше обещаний дело не движется. В этом убедилась наша съемочная группа. Сквер имени Томаса находится на Итальянском бульваре в центре Одессы, где ежедневно проходит оживленный поток людей. И вместо того, чтобы отдохнуть в сквере, одесситы и гости города вынуждены любоваться здешними красотами. Разваленный памятник, груда различного мусора, грязная детская площадка и куча собачьих фекалий – все это мы можем нынче увидеть в сквере, в котором когда-то стоял памятник Михаилу Томасу. Здесь, кроме мусора, на детской площадке разбросаны и окурки, и стаканчики, и бутылки от пива. Кроме того, отпугивает людей постоянно пребывание сомнительных личностей, которые ведут аморальный способ жизни, а именно наркоманов, алкоголиков и лиц без особого места жительства. Никогда не нравился. Никогда. Здесь куча бомжей валяется. Вот пару дней назад шла, он спал. Ну, не могу ничего за него сказать хорошего. Скажите, пожалуйста, он раньше был когда-то красивый? Ну, нет, здесь не было вот этой детской площадки даже. Это пару лет вот как вот поставили, а может год назад поставили вот лавочки вот и вот это вот, вот эту детскую площадку. И здесь никто ни на что не обращает внимания. Здесь очень-очень летом спят много бомжей, вот. Если, может, вы видели, ну, это очень неприятно. Здесь привокзальная площадь рядом, много приезжих, хотят даже отдохнуть, посидеть, попить водичку, но это... Вот я сейчас иду, да, мне тяжело, я хочу присесть, но мне вот противно присесть здесь, если честно сказать. Здесь сидят бомжи одни, колят себе вот... Можно посидеть на лавочке, если там вокруг эти вот валяются всякие их прибамбасы. По данным СМИ, еще в 2013 году одесситам обещали, что сквер приведут в порядок, высадят зеленые насаждения, восстановят ступеньки и даже проведут освещение. Что ж, за 7 лет мэрия удосужилась лишь установить скромную детскую площадку и выложить ее своей любимой плиткой. На большие фантазии коммунальщиков не хватило. А в 2016 году одесская мэрия захотела переименовать сквер в итальянский, но на этом желании все и закончилось. К сожалению, все планы городских чиновников реконструировать и привести в порядок зеленую зону остались созданием мифических проектов, на которые не планируется выделять средства из городского бюджета. А спонсоры, на которых надеются чиновники, не спешат вкладывать средства в благоустройство парка.